30 апреля 1945 года. 14 часов 25 минут. После длившихся более суток ожесточенных боев на Королевской площади Берлина советские бойцы прорвались на первый этаж здания Рейхстага и подняли на его фасаде красные знамя. Главный опорный пункт сопротивления гитлеровцев в столице Рейха взят. А уже через полчаса об этом сообщает Совинформбюро. 15 часов 15 минут в 500 метрах от Рейхстага в бункере рейхсканцелярии раздается выстрел. Человека, который покончил с собой, звали Адольф Гитлер. Но юридически оформленного документа о смерти фюрера до сих пор не существует. В этом фильме пойдет речь о последних днях обитателей бункера Гитлера, о том, как шаг за шагом советские контрразведчики добывали доказательства его самоубийства, о политических играх, которые велись и до сих пор ведутся вокруг трупа фюрера. Основу картины составили рассекреченные совсем недавно документы советских спецслужб, которые 60 лет хранились в бронированных сейфах, надежно скрытые от посторонних глаз. Советский Союз засекретил всю информацию по поводу смерти Гитлера. А это при том, что мы, именно мы получили вот тот труп, те останки, которые в данный момент считаются останками Гитлера. Заявления официальных властей в 40-е годы, они как раз указывали на то, что наше руководство не приняло окончательного решения о том, жив Гитлер или мертв. Января 1945 года из Франкфурта на Майне в Берлин в своем спецпоезде выезжает человек, которого по-прежнему считают фюрером немецкого народа. Он пока еще уверен в себе, окружен министрами, генералами, советниками, секретарями, всеми теми людьми, которые на протяжении 12 лет составляли двор Гитлера. Их пребывание в рейхсканцелярии было недолгим. После прорыва в апреле кольца обороны столицы Германии фюрер принимает решение перенести свою ставку в подземный бункер. Под этой парковкой на глубине нескольких метров бетонный фундамент. Это единственное, что осталось от фюрер-бункера, где Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года. Под этой парковкой была жилая комната Гитлера. А там, дальше, за машинами, был запасной выход из бункера. Через него и вытаскивали труп. А потом тела Гитлера и Евы Браун под непрерывным огнем советских войск пронесли вот туда, между зеленым ящиком и фонарем, и сожгли. Группенфюрер СС Вильгельм Монке бывал в бункере ежедневно. Вот фрагмент протокола его допроса. В бункере отличить день от ночи можно было по специальным часам. Здесь некуда было пойти. Помещения двух врытых в землю бетонных этажей тесные и влажность высокая. Калориферы не справляются с этой душной атмосферой. Так что основной привкус воздуха – это запах сапог охраны, смешанный с запахами вегетарианской кухни. Убежище имело стены толщиной 2 метра, а перекрытие состояло из слоя бетона 4,5 метра и такого же слоя земли. Апреля состоялось скромное чествование Гитлера по случаю дня его рождения. Тотчас после этого фюрер отсылает часть своего окружения на юг Германии, в Берхтесгаден. Освободились помещения, которые тут же заняла семья Геббельса. Главный пропагандист Рейха занял комнату врача Гитлера, а его жена Магда и шестеро детей – 4 комнаты на верхнем этаже. А в самом углу нижнего этажа размещались личные покои Гитлера. Он в последний раз в день своего рождения выходит на поверхность, чтобы наградить мальчишек из Гитлерюгенда, посланных им на верную гибель. И в этот момент Геббельс, вольно или невольно, наносит фюреру моральный удар, от которого тот уже не оправился. Геббельс
Геббельс сообщил, что друг и союзник Бенито Муссолини вместе с любовницей Кларой Питаччи схвачен партизанами, расстрелян, а их трупы повешены на бензоколонке вниз головами. Отныне все мысли Гитлера лишь о том, как избежать возмездия. Обитатели бункера не расстаются с газовыми анализаторами. Гитлер боялся, что русские закачают в бункер усыпляющий газ и захватят его живым. Он всегда заявлял, что они меня не получат ни живым и ни мертвым. На все предложения выехать из Берлина он говорил, что он не тот человек, чтобы бегать по лесам. И он не допустит того, чтобы его как животное показывали в клетке. Гитлеру чудилось, что его выставили в качестве живого экспоната в московском зоопарке. Вероятно, он был наслышан о нашей древней традиции возить супостата перед казнью по городу в клетке. В середине апреля в бункере появилась Ева Браун. Она заявила, что хочет разделить с фюрером его судьбу. Для нее отвели отдельную комнату. Фюрер был приверженцем высокой морали. Через 2 недели они поженятся. Правда, не будет ни венчания, ни фаты со свадебным платьем. Чиновник из городской управы задаст традиционный вопрос о расовой чистоте. Затем бокал другой шампанского секретаршами под салют советских орудий. А счастливый молодожен отправится диктовать завещание. Гитлер познакомился с юной выпускницей монастырской школы в начале 30-х. О существовании фройлен Браун знал лишь очень узкий круг приближенных. Она жила почти отшельницей в золотой клетке в баварском имении. В своем дневнике писала: «Я нужна ему только для вполне определенных целей. По-другому это и не может быть». Впрочем, он был по-своему привязан к ней. Вероятно, белокурая светлоглазая Ева соответствовала его идеалу немецкой девушки. Что не мешало вождю нации заводить мимолетные романы с другими женщинами. Узнав об изменах, Ева дважды неудачно пыталась покончить с собой. Вокруг фюрер-бункера последней ставки Гитлера Красная Армия выкуривает из домов отчаянно сопротивлявшиеся остатки СС и Вермахта. Военная контрразведка получает приказ любой ценой захватить Гитлера. Задержан священнослужитель, которого недавно предупредили о том, что он не должен уходить из дома. Ему доведется исполнить историческую миссию – обвенчать самого фюрера. Священник ждал напрасно, за ним пришли совсем иные люди. Были и другие свидетели. Мальчишку допрашивала из Гитлерюгенд. Он сказал, что нам глава Гитлерюгенд под чьим, так сказать, командованием они были брошены на Вильгельмштрассе, на которой выходила как раз имперская канцелярия вот своими парадными дверьми. Сказал, значит, что они защищают фюрера, вот, который находится там внутри. А в бункере тем временем разыгрывается финальный акт драмы. Как позднее давал показания, а потом вспоминал адъютант Гитлера полковник Гюнше о последних часах и минутах жизни Гитлера, что Гитлер 30 апреля где-то в середине дня, около 14 часов, в последний раз пообедал в обществе своих секретарш, ели спагетти с легким соусом, он попрощался со своими секретаршами. В это время появилась Магда Геббельс, которая хотела последний раз увидеть Гитлера, но не успела, поскольку Гитлер с Евой Браун, ну уже Ева и Гитлер, удалились в свою частную комнату. Фрагмент допроса Ганса Ратенхубера, обергруппенфюрера СС, начальника личной охраны Гитлера. Гитлер вышел к нам и сказал буквально следующее: «Я решил уйти из жизни. Постарайтесь вместе с войсками вырваться из Берлина. Я остаюсь здесь». Затем приказал доставить к нему профессора Хазе, хирурга госпиталя имперской канцелярии. Фюрер показал профессору 3 ампулы с цианистым калием и спросил, как можно проверить действие этого яда и гарантирует ли он мгновенную смерть. Хазе ответил, что действие этого яда мгновенно и смертельно.
привели любимую собаку Гитлера Блонди. Хазе раздавил плоскогубцами ампулу и вылил содержимое в ее раскрытую пасть. После того, как они ушли, весь обслуживающий персонал плакал, находился в нервозном состоянии. В это время раздался приглушенный выстрел. И, как вспоминал Гюнша, Гитлер сидел в кресле, лицо его было залито кровью. Ева Гитлер лежала на кушетке в синем платье с белым воротничком и белыми манжетами. Туфли ее аккуратно в ногах кушетки были поставлены носок к носку. В комнате витал сильный запах цианистого калия. Такой сильный, что, как вспоминал Гюнша, этот запах преследовал его в течение нескольких последующих дней. 15:15 из комнаты вынесли два завернутых в одеяло тела. Как все-таки ушли из жизни Гитлер и Ева Браун? Не мог же Гитлер одновременно отравиться и застрелиться? Да и свидетельские показания противоречили друг другу. Одни слышали выстрел, другие нет. Гюнши ощущал запах горного миндаля, но большинство его не заметило. Лицо Гитлера видели только двое свидетелей. Остальные опознавали его по брюкам, ботинкам и другим косвенным признакам. Но криминалисты знают, что показания даже двух свидетелей об одном и том же событии всегда отличаются. А в бункере с Гитлером оставались около 100 человек персонала и охраны. Поэтому расхождение вполне объяснимо. Два пистолета «Вальтер», с которыми в последние дни Гитлер не расставался, бесследно исчезли. Не обнаружены также пуля и гильза. Но ведь нужно представить себе обстановку в только что взятом Берлине. Очевидцы характеризуют ее одним словом – хаос. Контролировать ситуацию и тем более проводить там следственные действия было весьма затруднительно. Елена Ржевская служила переводчиком в группе СМЕРШ, которая занималась поисками Гитлера, и неоднократно бывала в его последней резиденции. Мрак полнейший, потому что там электричество давно было перерезано. Это еще в пору боев. Под ногами вообще стекло и лужи натекшие откуда-то, и все, и дышать нечем, не работает вентиляция. Тем временем заплаканный камердинер Линги вечером 30 апреля сказал, что выполнил последнюю волю шефа. И, может быть, в этой фразе и содержится ответ на главный вопрос – яд или пуля? Слова Линги позволяют говорить о контрольном выстреле в голову Гитлера. Тот не был уверен, что сможет совершить самоубийство, и ему нужен был ассистент. В этом случае все становится на место. Фюрер принял яд, а верный слуга гарантировал 100% результат. В плен была взята вся охрана бункера, в том числе эсэсовец Харри Менцгерхаузен. Я стал его допрашивать. Он был часовым в голубой столовой. Значит, видел, как адъютанты вынесли Гитлера и Еву Браун, облили бензином, подожгли и дезорили. Пытаясь узнать подробности смерти Гитлера, я спустился в прихожую бункера, где застал несколько человек из криминальной команды. Когда мы обсуждали создавшееся положение, в прихожую из сада вошел Колькс и сказал, что наверху горят трупы Гитлера и Браун, которые он помогал обливать бензин. И тут же все мы, я, Манс, Кернау, Глянцер, Бейтман, Гофбик и Колькс, повинуясь естественному в таком случае чувству любопытства, быстро поднялись в сад, чтобы своими глазами посмотреть, что там происходит. Должен сказать, что не только у меня, но ни у кого из присутствующих не было сомнения, что тлели именно трупы Гитлера и Евы Браун. Причем кто-то из сослуживцев сказал даже, что Гитлер застрелился, боясь ответственности перед немецким народом. Но бойцы, штурмовавшие Берлин, о событиях в бункере, разумеется, ничего не знали. О том, что Гитлер мертв, заявил начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Крепс в разговоре с командующим 8-й гвардейской армии Чуйковым в 3:50 1 мая 1945 года. При этом генерал Крепс сказал, что вы первый иностранец, которому я сообщаю это известие. Гитлер покончил жизнь самоубийством.
Генерал Крепс застрелится ровно через сутки. Его миссия не удалась. Он полагал, что известие о самоубийстве Гитлера поможет уговорить русских начать переговоры о почетном мире. Чуйков ответил однозначно: никаких переговоров, никакого почетного мира, только безоговорочная капитуляция. Жуков будет телефонным звонком Сталина и докладывает о самоубийстве Гитлера. Верховный отреагировал следующим образом: доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять живым. А где труп? Последней фразы было достаточно, чтобы все силы оказались брошены на поиски тела Гитлера. 2 мая сотрудники отдела СМЕРШ 79-го корпуса обнаружили в саду рейхсканцелярии полуобгоревшие тела мужчины и женщины. Одна нога мужчины была искривлена, и часть ее заменял протез. Свидетели опознают в нем Геббельса. Это была первая, можно сказать, удача, потому что еще немного, и, знаете, лавина солдат, рвущаяся потом в рейхсканцелярию, она бы просто не заметила и, может быть, подмяла бы вообще эти трупы. Он, так сказать, почерневший есть, но абсолютно сохранный с точки зрения вот его физиономии узнавания. В бункере обнаруживают тела 6 малолетних детей Геббельса. Армейское командование решает выставить труп рейхсминистра в саду у входа в полуразрушенный бункер. Его вынесли на улицу на обозрение наших солдат, и считалось, что и гражданского населения. Проблем с опознанием тел четы Геббельсов не было. Все свидетели единодушно признали, что это министр пропаганды, он же гауляйтер Берлина, и его жена, ветеран нацистской партии. Обратимся к документам из особой папки. Протокол допроса врача рейхсканцелярии Кунца. По просьбе жены Геббельса Магды он помогал матери убить ее собственных детей. Последователь Гиппократа рассказал, что детям было сказано, будто сейчас их увезут из Берлина на самолете, и уколы нужны для того, чтобы в полете не укачивало. Фрагмент протокола допроса доктора Кунца. «Я приступил к впрыскиванию морфия. Сначала двум старшим девочкам, затем мальчику и остальным девочкам. Впрыскивание я сделал в руки, чуть ниже локтя, по 0,5 кубика. Я посмотрел на часы, было 20 часов 40 минут». Спустя 10 минут жена Геббельса каждому из детей положила в рот по раздавленной ампуле цианистого калия. Дети выглядели совершенно живыми. Это вообще совершенно особые вообще чувства. Свойства, вот, оказывается, вот этой самой синильной кислоты, у них были розовые щеки. Это, понимаете, было даже вот какое-то ошеломляющее такое ощущение, очень тревожное. Кунц с Магдой вышли из комнаты и проследовали к доктору Геббельсу. Она обратилась к мужу со словами: «С детьми покончено, надо подумать о себе». На обгоревшем женском трупе были обнаружены золотой портсигар, брошь и значок. Золотой партийный жетон за несколько дней до краха ей вручил фюрер, как члену нацистской партии с 25-летним стажем. Обитатели бункера, хотя вокруг рушился их мир, продолжали играть в какую-то дьявольскую игру в сувенир. На следующий день задержали переодетого в штатское сотрудника охраны Гитлера Хадермана. Он сообщил, что Гитлер мертв, а в доказательство этого сказал, что видел у медсестры лазарета Элизабет Линдхорст золотой фашистский значок фюрера. И он полагает, что этот значок она взяла в уже пустой комнате, где произошло самоубийство. Фрагмент протокола допроса. У задержанной медсестры Элизабет Линдхорст обнаружены изъятые личные записные книжки Адольфа Гитлера с телефонами его друзей. Его партийный значок, железный крест первой степени от 1914 года, значок за легкое ранение, также относящийся к периоду Первой мировой войны. Четвертого мая солдат подразделения СМЕРШ по фамилии Чураков, оступившись, едва не провалился в воронку у самого входа в бункер. Из нее торчали ноги трупа, чуть присыпанного землей. Тут же находилось еще одно тело. Особого внимания на них не обратили, мало ли трупов было тогда в Берлине. Все внимание было обращено к стене наземной части бункера.
Возле нее был обнаружен, как предполагалось, мертвый Гитлер. Правда, вызывает удивление его заштопанные носки. Двойник. Некто Густав Веллер, кровельщик, был настолько похож на Гитлера, что имел из-за этого неприятности. В 1934 году Веллера вызвал лично Гиммлер и предложил подстричь волосы и сбрить усы, за что пообещал 1000 марок. Веллер отказался. Тогда рейхсфюрер стал угрожать. «Если вы будете носить волосы и усы, как у нашего фюрера, вы исчезнете навсегда». В тот день Клименко весь день был занят со съемочной группой из Москвы. Она снимала эпизод с Веллером для фильма «Хроника без сенсаций». И лишь под утро подполковник вспомнил о слегка присыпанных землей трупах. Но за ночь произошла передислокация частей, и вход в бункер охраняли уже солдаты соседней армии. И часовым было непонятно стремление чужого подполковника проникнуть в сад. Проводилось уже секретное. Потому что территория, там уже батальон, говорят, стоял в охране 5-й армии. Но я понимал, что если сказать 5-й армии, допустим, контрразведка, значит, они этот. Ну, а раз мы начали такие хотеть, тем более, что у нас и оснований-то не было. Так это, говорят, чутье какое-то. Мало ли этих трупов. Подполковнику пришлось рискнуть. Уж очень хотелось найти Гитлера. А рисковал он в лучшем случае погонами, в худшем головой. Заместитель Клименко организовал перенос их через забор этого сада. Там поджидала машина, их положили в ящики. Выкопанные трупы люди Клименко в ящиках для боеприпасов привозят к себе в часть, еще не зная толком, что с ними делать дальше. Там трупы, значит, ну, Гитлер и Ева Браун, его овчарка там, и щенок Евы Браун. Но это предстояло еще доказать. Развитие ситуации с театра военных действий перемещается в театр анатомический. Вскрытие тел семьи Геббельса, а также предположительно Гитлера и Евы Браун, было поручено главному судмедэксперту Первого Белорусского фронта подполковнику Шкаравскому. Но тела для экспертизы ему не выдают. Хотя на руках у подполковника мандат политуправления фронта. СМЕРШ заявляет, что у них своя работа и свое командование. Контрразведчики, судя по всему, ждут указаний сверху. Вокруг трупов начинается игра различных ведомств. После 3 дней ожидания Шкаравскому разрешают все же произвести экспертизу тел семьи Геббельса. Ее результаты дают основания считать, что и взрослые, и дети погибли в результате отравления цианидами. Шкаравский приступает к экспертизе тел предполагаемых Гитлера и Евы Браун и делает вывод, что они также отравились цианистым калием. Об этом свидетельствует запах горького миндаля. Хотя фронтовая лаборатория СС не определила наличие цианидов в телах, в акте судебно-медицинского исследования появилась следующая запись. Цвет трупных пятен ярко-малиновый, что указывает на смерть от отравления цианистым калием. Во рту трупа осколки стеклянной ампулы. Скорее всего, Шкаравский подумал о том, что цианиды легко разлагаются под влиянием температуры. И что это эффект просто температуры. А он ориентировался прежде всего на осколки тонкостенной ампулы примерно такой же величины, такой же толщины, как и ампулы, которые были обнаружены во рту у Магды Геббельс, у детей. Но у сотрудников СМЕРШ нет уверенности в этом. Основания для сомнений были. Ну, потом внешний смотр. Значит, ну, у Гитлера, мне казалось, одного яйца. Ну, как он, как будто бы так, период Первой империалистической войны, он был ранен, и он как мужчина был не совсем полноценный. В период Первой мировой войны Гитлер неоднократно проходил медицинские комиссии и лежал в госпитале. Находясь у власти, также регулярно проходил обследование. Но нигде нет даже намека на этот дефект. Это тоже не позволяет СМЕРШ торопиться с выводами. Еще больше вопросов возникло по результатам вскрытия Евы Браун. Комиссия, проводившая его, зафиксировала факт проникающих осколочных ранений в область сердца и легких Евы Браун.
Доказано, что эти ранения получены при жизни и носили смертельный характер. Ранение Евы Браун – один из самых таинственных моментов драмы, разыгравшейся в бункере. Он нарушает всю стройную картину происшедшего. У меня нет версии на этот счет, и я не знаю сколь-либо научно подтвержденной версии. Следующая загадка. Зубной протез не был закреплен, а просто лежал во рту трупа женщины. Все эти факты дают скептикам серьезные козыри, по крайней мере, в отношении Евы Браун. Приводятся и другие аргументы, правда, косвенные. Есть сообщение, что из Гамбурга ушла подводная лодка с неизвестными, неопознанными лицами на борту, и, возможно, среди этих лиц была одна женщина. Тогда об этих версиях контрразведчики вряд ли думали. Москва ждала ответа на вопрос, это труп Гитлера или другого человека. И права на ошибку у них не было. Окончательный вывод о принадлежности трупов нужно искать у дантистов. Установлены адреса врачей, которые занимались зубами фюрера. Фрагмент протокола допроса Кетты Хойзерман. С декабря 44 года я работала помощницей профессора Блашке в зубоврачебном кабинете имперской канцелярии. Строение зубов и золотых мостов Гитлера я отчетливо помню. Ему 36 лет, встроенная, высокая, она с повязанной платочком головой, так подвязанной под подбородком. И увидев анатрему, вышло так, что я сижу сбоку, меня не видно, а Горбушин, она увидела военного. И когда увидела, то она заплакала. Она заплакала, у нее были основания, так сказать, она пострадала уже от военных. Тем не менее, Хойзерман помогает смершевцам и становится главным свидетелем. Фрагмент протокола допроса Хойзерман. Я утверждаю, что предъявленные мне золотые зубы принадлежат именно Гитлеру. Я вижу отчетливый след, оставленный при распиливании моста бормашиной. След над четвертым зубом. След этот я отчетливо помню, так как он был оставлен профессором Блашке при моем участии для удаления Гитлеру зуба. Затем Хойзерман вместе с контрразведчиками направляется к зубному технику Фрицу Эхтману. Он делал протезы для Гитлера. Челюсти его подтверждали, что это труп Гитлера. И Ева Браун еще, значит, дал технику показания такое, что он приготовил зуб ей, такой, который он никогда не делал, ни до, ни после, с каким-то особым крючком. Решено. Это трупы Гитлера и Евы Браун. Еще одним доказательством стал обнаруженный дневник Мартина Бормана. Рейхсляйтер Борман вел подробный дневник всего того, что происходило в бункере в те дни. Вернее, старался вести. Записи эти короткие, отрывочные, часто с пропусками. Интеллект Бормана был не очень высок. Прослыв молчуном, Борман знал, что риторика не его конек. Он писал плохо и невнятно. Тем не менее, сотрудники СМЕРШ получили еще одно доказательство гибели Гитлера. Борман отмечает в дневнике смерть Браун и смерть Гитлера. Он сделал это с помощью вот такого символа. В древнегерманской рунической письменности одно из значений этой руны символизирует жизнь, а перевернутое изображает смерть. Именно такими знаками Борман отмечал дни рождения и дни смерти своих сослуживцев. Генерал Вадис приходит к выводу, что пора докладывать об этом наверх. 27 мая уходит информация Сталину о том, что тело Гитлера обнаружено. Данные экспертизы и показания свидетелей не оставляют сомнений в том, что это именно его труп. Следствие длилось чуть больше 3 недель. Полковник Горбушин был вызван в Москву для личного доклада Сталину. Офицеры ждали самых высоких наград. Но вместо Сталина с Горбушиным говорил начальник СМЕРШ Абакумов. Велел возвращаться в Берлин и молчать. Отныне за разглашение обстоятельств дела Гитлера полагалось 12 лет. А ровно через год в Берлин была направлена новая комиссия, уже по линии НКВД. То ли Сталин сомневался в достоверности результатов первого расследования, то ли причиной было давнее соперничество Берии и Абакумова. Но комиссия ставит под сомнение выводы экспертов и контрразведчиков. В 1946-м НКВД открывает дело под названием
Миф. План оперативных мероприятий по расследованию обстоятельств исчезновения Гитлера. Не смерти, заметим, а исчезновения. Но СМЕРШ, на территории которого захоронены тела, разрешения на эксгумацию не дает. А в воронке, где год назад были обнаружены трупы, комиссия нашла недостающую часть черепа Гитлера с выходным пулевым отверстием. Тот самый, который сегодня считается одним из главных доказательств в деле о смерти Гитлера. Это надо доказать, что фрагмент свода черепа, который хранится в Цгаре, может действительно принадлежать Гитлеру. Это нужно проводить исследование. Но исследование не столько вот этого фрагмента черепа, сколько сравнительное исследование прижизненных рентгенограмм Гитлера, которые ему были сделаны в 1944 году после покушения, с теми протезами, зубов которых хранятся в наших архивах. Вот это даст возможность стопроцентной гарантии решения задачи. И тогда будет поставлена точка. Люди Берии установили, что сотрудники СМЕРШ в 1945-м почему-то не зафиксировали результаты осмотра комнат бункера. В то, что он не проводился, верится с трудом. А ведь там находился кабинет Гитлера со следами крови на диване и стенах. И эту кровь видели и усердно фотографировали офицеры и журналисты союзников. Достоянием советских экспертов соскобы со стены кабинета Гитлера и куски обшивки дивана стали лишь в 1946-м. Можно ли подумать, что за год до этого смершевцы были столь невнимательны? Или здесь какое-то переплетение недоразумений? А может быть, межведомственных интриг, которые опять-таки дают козыри тем, кто продолжает публиковать материалы о том, что Гитлер чуть ли не по сей день жив? Если объединить результаты исследований обеих комиссий, то получается, что у Гитлера были следы как отравления, так и пулевого ранения. И как не вспомнить тут фразу, брошенную камердинером Линге, о том, что он выполнил просьбу или приказ Гитлера и вполне вероятно помог фюреру покинуть бренный мир. Тогда противоречий почти нет. Для того, чтобы избавиться от этого «почти», странным победительницам, возможно, стоит собраться в последний раз в этом качестве и поручить провести исследования, о которых говорит профессор Звягин. На Западе хранятся прижизненные рентгенограммы фюрера. У нас есть челюсти и часть черепа, найденного в Берлине весной 1945-го. Казалось бы, экспертиза совсем несложная, но не проводятся почему-то такие исследования. Так же, как нет попыток провести сравнительный анализ ДНК останков Гитлера и его сестры Паулы. Место захоронения сестры в Австрии известно. На протезах фюрера вполне могли сохраниться остатки костной ткани. Но за 60 лет никто не проверил, есть ли возможность провести такой анализ. По большому счету, проблемой идентификации останков после 1946 года вообще никто не занимался. Несколько раз писал об этом, в том числе вот в 1994 году, но какого-то ответного шага не последовало. А пока единственным официальным документом о смерти Гитлера является решение суда баварского города Берхтесгадена. Сестра Гитлера и некоторые другие лица заявили о своих правах на наследство. По немецким законам человека можно признать мертвым через 10 лет после исчезновения. Суд допросил нескольких свидетелей и в октябре 1956 года признал Гитлера умершим с формулировкой «ушел из дома и не вернулся». У нас в архиве есть только решение этого суда со всеми показаниями свидетелей. Возможно, существуют какие-то новые документы, уточняющие эту картину. Они, возможно, складываются в мозаику, но не исключают противоречий в свидетельских показаниях. Сталина никак не устраивает то, что Гитлер достался ему в виде обгоревшего трупа. Такой трофей словно принижал значение победы. В течение всего 1945 года Сталин неоднократно заявлял, что о судьбе Гитлера ему ничего не известно. Может быть, он хотел сохранить фюрера виртуально живым, чтобы пугать мир реставрацией нацизма. А может быть, ему просто претила мысль, что лидера нации, пусть даже законченного мерзавца, можно вот так бросить в яму и сжечь, причем даже не до конца. С нашей стороны, конечно, ужасная
Преступная ошибка, я считаю сейчас, что мы не использовали факт смерти Гитлера как факт окончания войны, настоящее окончание войны. А мы что-то крутили и вертели. При жизни Сталина ни один документ, подтверждающий смерть Гитлера, не был опубликован. Группы поиска продолжали работать весь 1945 год. Были арестованы и отправлены в Москву 140 человек, похожих на Гитлера, и все оказавшиеся в советской зоне оккупации его родственники. Именно Сталин, а никто иной, породил миф о том, что Гитлер жив. Если Сталин уже принял как бы для себя решение, что Гитлер, скорее всего, скрылся, то и, соответственно, советские спецслужбы, ну, которые вели расследование, естественно, была комиссия по расследованию, она тоже не особо и, скажем так, копала и искала доказательств того, что Гитлер все-таки покончил с собой. Уже 2 мая ТАСС выходит со следующим заявлением. Распространением утверждения о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность уйти со сцены и перейти на нелегальное положение. Все сообщения являются новым фашистским трюком. К концу мая Сталин знал первые результаты расследования. Тем не менее, 26 июля 1945 года в беседе со специальным послом президента США Гопкинсом советский лидер заявляет, что Борман, Геббельс, Гитлер и, возможно, Крепс бежали и в настоящее время скрываются. Там же в Потсдаме Сталин заявил, что глава Рейха скрывается то ли в Испании, то ли в Аргентине. Озвучивать сталинский пессимизм пришлось и маршалу Жукову. 9 июня на пресс-конференции он заявил иностранным корреспондентам: «Не могу сказать ничего определенного, опознанного трупа Гитлера у нас нет». Жуков до самой смерти переживал роль, которую ему отвел Сталин. Он все время возвращался к тому, что, ну как это могло быть, я был так близок со Сталиным, значит, как никто, я раз сто с ним обедал, когда он болен был, у него на даче работал и так далее. В общем, он как-то не мог с этим примириться. Официальный Запад молчал. На повестке дня было восстановление Германии, и на кону стояли очень большие деньги. Мертвый Гитлер брал на себя все грехи прошлого, а будущее можно было начинать с чистого листа. О судьбе фюрера на Нюрнбергском процессе не было сказано практически ни слова. КГБ вообще не знало, что с ним делать. Единственное было то, что было ясно, что это будет решать сам Сталин. Сталин решать не хотел. Взять Гитлера живым не удалось, а мертвым он был ему не интересен. Разве что как разменная фигура в игре с Западом. Как писал потом в книгах известный переводчик Сталина, впоследствии доктор исторических наук Бережков, эту дезинформацию Сталин использовал для давления на бывших союзников. Поскольку, может быть, и сам Сталин не был до конца уверен, что это останки Гитлера, он пытался выяснить, какое впечатление эта информация произведет на союзников. Но мог ли, а главное, хотел ли фюрер бежать из Берлина? Вспомним его фразу о том, что он не будет бегать по лесам. Кроме того, моральное и физическое состояние Гитлера просто не позволило бы ему вынести тяготы бегства и нелегального существования. В свои 56 лет вождь нации был абсолютной развалиной. Вот фрагмент кинохроники 1945 года. Пленный офицер делится впечатлениями о посещении бункера в конце апреля. До этого я видел фюрера год тому назад. Я был потрясен, увидев его сейчас. Это была развалина. Он сидел совершенно раздавленный в своем кресле. Его руки свисали вот так над картой. Он говорил тихим, еле слышным голосом, временами запинаясь. Это был конченый человек. Нужна ли ему была жизнь загнанного зверя? Без власти, без армии, без обожающей его толпы.
Тот, кто попробовал этот наркотик, уже не сможет жить без него. При любви фюрера к эффектам, гибель высажденной врагом столицы была как раз тем, что нужно. Но версии продолжают появляться. Наиболее ходовая – Гитлера заменил двойник, труп которого был подброшен русским со всеми протезами, зубами и прочими вещественными доказательствами. А фюрер в последний момент улетел из горящего Берлина. Шанс бежать, хоть и минимальный, был. Как говорят свидетели, 26 апреля известная летчица, любимица Гитлера, Ханна Райч, под ураганным огнем советской артиллерии сумела посадить прошитый осколками самолет неподалеку от рейхсканцелярии. Она прилетела, чтобы вывести фюрера из осажденного Берлина. Центральная часть Берлина, Тиргартен, еще не вся была захвачена советскими войсками. В разрушенном пылающем кошмаре, каким была столица Рейха в те дни, тем не менее, некоторым летчикам удавалось садиться и взлетать прямо с улиц. Есть подтверждение наблюдателей, что в это время, что 30 апреля, легкий самолет покинул горящий Берлин. Но когда Райч улетала, место пассажира в ее самолете осталось свободным. Все выжившие в бункере рейхсканцелярии свидетели в один голос утверждают, что Гитлер лететь с Райч отказался. И тем не менее, слухи о подмене Гитлера двойником продолжают циркулировать. Гипотетически предположить возникновение ситуации, что существовал специально разработанный план побега Гитлера с участием двойников, с участием специальной сети для ухода за рубеж, в принципе, его принять можно. В принципе, разработать подобную операцию спецслужбы Германии вполне могли. И договориться, чтобы существовал некий заговор молчания вокруг ситуации со смертью Гитлера, это вполне возможно. Предположить синхронную ложь десятков, а то и сотен людей, конечно, можно. Но трудно поверить в то, что никто из них за долгие годы не признался в этом заговоре на допросах в НКВД, где умели спрашивать. А потом устоял перед соблазном за очень хорошие деньги поведать эту тайну журналистам. Новое правительство Германии во главе с адмиралом Дёницем официально заявило о том, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Это было объявлено официально и союзникам, это было объявлено и советскому правительству. Причем советскому правительству это было объявлено раньше, чем союзникам. Правительство адмирала Дёница не было признано державами-победительницами. И можно ли считать это заявление имеющим правовую силу, судить юристам-международникам? А перемещение останков Гитлера, Геббельса, их жен и собак закончились в начале 70-х. Всего этих перемещений было 7. Именно столько раз передислоцировался особый отдел армии. И в каждом случае обгоревшие кости извлекали из земли, а затем зарывали вдали от людных мест. Этот странный маршрут закончится почти через четверть века в городе Магдебурге. После войны дом номер 36 по Вестернштрассе в этом древнем немецком городе занимала советская военная контрразведка. Неподалеку от гаража особистов были зарыты 5 деревянных ящиков для боеприпасов. Об их содержимом в Советском Союзе знали считанные люди. За его пределами не знал никто. Этот двор в Магдебурге был последним, 7-м местом захоронения предполагаемых останков человека, чье имя 12 лет наводило ужас на всю Европу. Когда стал приближаться срок, перспективный срок вывода наших войск, ну, задолго до этого, естественно, у меня был большой разговор с Юрием Владимировичем Андроповым, и я сказал, что, Юрий Владимирович, вот мы не должны забыть про вот такое захоронение. Он говорит, да слушай, так нужно же уничтожить это дело раз и навсегда. Вот была реакция Юрия Владимировича Андропова. 13 апреля 1970 года в ЦК КПСС поступила докладная записка, помеченная кодом «Серия К». Эта серия означала высшую степень секретности, и самые важные фразы были вписаны от руки. Председатель КГБ Юрий Андропов мотивировал предложение уничтожить останки тем, что военный городок передается немецким властям.
ходе строительных работ захоронение может быть обнаружено. Не исключены спекуляции вокруг трупа Гитлера. КГБ проводит операцию «Архив». Совершенно секретно, экземпляр единственный. Серия К. Город Магдебург. 5 апреля 1970 года. Согласно плану проведения мероприятия «Архив», произведено сожжение останков военных преступников. Останки перегорели вместе с углем, истолчены в пепел, собраны и выброшены в реку Бидериц, о чем и составлен настоящий акт. Полковник особого отдела КГБ Коваленко. В 1938 году Гитлер отдал приказ о начале строительства в австрийском городе Линце пантеона лидеров нации. Это должно было быть грандиозное сооружение высотой 335 метров. В центре золотая гробница, усыпанная драгоценными уральскими камнями. К строительству пантеона приступить не успели. А в 45-м все выглядело далеко не так, как гибель богов в опере Вагнера с таким же названием. Финал состоялся в тесном душном бункере, пропахшем запахом отработанной солярки и солдатских ботинок. Под аккомпанемент русских пушек. Именно здесь судьба выписала фюреру Тысячелетнего Рейха свидетельство о смерти.